Привет всем, я Серега Склеп. А я Серега Мусорщик. Сейчас он мне даст 10 тысяч, как он обещал. Высос это какого. Вот. Вот. Видите, обещанные деньги. Да. Вот. Все, не по делу, но все. Благодарю. Все, друзья. Вот видите, как дует. Да, это не дружба, это что за деньги. Покупается, потому что я сейчас такой в жопе просто полном. Так, да. Давай, наливаем. Бухло. Вот. Так. Короче, ссылка в описании будет на его канал. Так. Зайка, прости меня, но я тебе обещал, что я пить не буду. Ну, все, ну после у нас это какого типа мирия, перемирие. О, муж, этот сделан как бобр. Ёрш? Нет, не ёрш. Ёрш нахуй надо. Бошку вынесет. Да. А, ты хуй это? Да, да, миринду. Давай. Миринду. Не, туда налил. Не, туда сейчас, Серёга. Наливай, я... Так, опа. Да, вы сейчас будете. У него выпросил деньги. Все нормально. Подписывайтесь на него. Чтоб у него, короче, было. Я проверю, нахуй, чтобы у него было 500 человек подписано. Поняли? Да. Нате. Угу. Держите. Да ты не там снимаешь, тебе надо это кокосово. Этот кокос снимать. Давай. За дружбу. Все. За дружбу. Вот, видите? Все, я вернул то, что я 70 тысяч потратил в школу блогера. Никто не желает у меня рекламу заказать за 300 рублей. Не, со мной не надо сниматься, вы меня еще убьете. Сосисечка. Да ты не... ты хочешь себе? Ну на это? Да. А, ну давай записываем. Я думал, ты хочешь мельтяшку. Нет. Мы чисто под это, как под паутиной. Да. Это под паутиной. Чё, скучал без меня? Ролики скучно. Посмотров нету. Просто полный чё там, как... Ну почему? Есть смысл. Там смотрели, просмотры есть, и комменты там нормальные. Со мной больше было? Пишут. Или меньше? Просто я боюсь. Так ты меня, выручил, охуенно. Не бойся, я нахуй тебя не пошлю. А кстати, короче, насчет пидорастии, нахуй, блядь. Это все, сука, шутка была, нахуй. Это, сука, как Мэрилин Мэнсона. Так, хоть тебе, хоть нет, мне. О, ой. Вот так вот. Так. Правильно? Это все было пиздеж. Боюсь, еще именно. Боюсь к тебе на стрим заходить. Да заходи ты на стрим, вообще похуй, ты там модер, нахуй, модеров. Уже у меня нету, нахуй. Модеры только ты, это как это женщина или девчонка, короче, с этого, с Германии, нахуй. И химера, все. Ня. Мы. Уже кончается, сука. А этот, Шитов, Москвин. Да это похер вообще. Они не это, они на позитиве. Ну, давайте подписывайтесь на Серегу Мусорщика и на меня. Будет все бача. Просто памяти мне было, потому что мне там эта камера забита. Мне же это как у... этот заблокировали. Позитив вселенной. Я там не могу ролики выложить, пока мне стримить не могу. Но там скоро в будущем все будет. И кстати, нахуй, это как у зайку, хватит там обижать, что она там такая. На себя посмотрите, понятно.
Вот так вот. Просто оденьте ее башмаки и пройдите ее путь. Так же, как мой путь и его путь, оденьте там, обсудите. Мудрецы говорят, судят только долбоебы. Кого-то. Надо себя судить, а не кого-то. И вообще нас осудит Бог. А я судья. Если у нас тут наказание будет. Меня Москвин просил, чтобы, говорит, я могу тебе тоже подсказать, это, чтобы ты это, блядь, там, ну, набрал, блядь, это, больше подписчиков, что вот на тюремно-лагерную тематику снимаю ролики, рассказывая истории тюремно-лагерные, про блатных, про шнырей, про петухов, про крыс. Ну, я говорю, слушай... Нафиг тебе это надо? Так вот в том-то и дело. То, чтобы тебя потом это кто-нибудь цепанул, нахуй, с кем ты сидел, нахуй, или кто-то, нахуй, нашел, нахуй. Вот. Или порчу какую-то, или хуёрчу. Я ему сказал, что нет, и все. И он обозлился на меня. Я его заблокировал. Снимает на то, что у тебя стоит. На что стоит, на то и снимает. А я вот все, лучше я буду всякую разную лабуду там вот с подписчиками общаться, разговаривать и все. Ну это да, чем мы так вот. Там это. Ну там уже есть эти какого. Этот. Какого, который уже у него почти 500 000 подписчиков. Который там сидел, этот какого, блядь, который про сек нахуй, про петухов, вообще там рассказывает, на. Какого, блядь. Откуда он, с Новосибирска или кто там? Ну вот это узнаешь, Степкин нахуй такой сидит после. А, этот Реутов. Да. Виталик Реутов, да. У него канал еще это эпоха дерзких там, блядь. Угу. И, да. Ну да, он, может он из блатных. У меня просто эта тема тюремный лагерь. Ну да, ты просто глобально хочешь от нее отойти, нахуй, все. Я просто логически все понимаю. Потому что, ну, ты рассказываешь историю, а там, ну, за каждой историей, там, ну, чья-то человеческая служба. Ну да, не, логически ты это какого, а ты ту раз это какой, я ролик смотрел, ты ту раз рассказывал. Кого-то, блядь, загнали по беспределу в угол, блядь, кому-то голову разбили, блядь, ни за что, ну, ни да, за там, что. Ну да, там, ну, там какого-то чувака, короче, как он, что-то сидел, короче, который этот, мочил, короче, этих всяких. Барык, нахуй, там где зона, где там, короче, кишки, нахуй, себе, нахуй, спаривали, животы, нахуй. Где он говорил, 1000 человек, так же, как в Америке, нахуй, 1000 человек пригоняет, нахуй, 700 петухами становится, 300 человек нормальными только выживают, нахуй. Да. В Америке вообще там жопа, нахуй, 10 движется, нахуй. Та самая небесная, вот это. Чуваку. Это кто? Сидвишес, Essex Pistols. Ну давай прощаться, Серега, с ним. Да. Давайте, пока, все. Всем удачи, берегите себя, да. Дружились, да, вот да. Все, будет с ним ролики, все.